Компания AlphaMed Ukraine представляет вашему вниманию аппаратно-программный комплекс Sensitive Imago. Этот уникальный комплекс позволяет проводить точные диагностические исследования организма человека неинвазивным путем. Кратко о методике. Sensitive Imago использует явление биомагнитного резонанса для частотно-волнового обследования организма. Каждая здоровая клетка нашего организма имеет свою гармоничную частоту колебаний электромагнитного поля. В то же время, каждый патологический агент, аллерген, токсическое вещество или микроорганизм также имеют свою строго определенную частоту. Воздействуя на здоровую клетку, вещество или агент вносит изменения в частоту ее вибраций. Если в органе нет патологии, формируется один тип сигнала, но если же она существует, происходит явление резонанса и формируется другой тип сигнала, который обнаруживается биомагнитными датчиками. Проанализировать полученные сигналы помогает частотно-волновой импринтинг-тест. Все зарегистрированные частотно-волновые характеристики, мы называем их эталоны, записаны в базу данных программного обеспечения LiveStream. Например, вот так выглядят проблемы со щитовидной железой. Вот так гастрит, а так вирус. Точность Sensitive Imago настолько высока, что способна не просто обнаружить недуг, но и локализовать его в биологическом объекте. Эта технология позволяет за короткий период времени провести комплексное неинвазивное обследование организма. Она широко используется врачами, гомеопатами, натуропатами и диетологами по всему миру. Данный прибор имеет европейскую сертификацию, сертификацию Таможенного союза, Украины и зарегистрирован FDA. Компания-производитель AlphaMed имеет сертификат ISO. Оборудование Sensitive Imago – это будущее уже сегодня. В следующем видео мы расскажем о диагностической процедуре и детально опишем этапы обследования на примере частотно-волнового импринтинг-теста.